Волновая машина, гидравлический пресс, приборы для изучения атмосферного давления и статического электричества, собранные учениками инженерных классов, действующие роботы. Экскурсия в инженерную лабораторию – только часть урока профессии будущего, посвященного сфере авиации и космоса, проекта городского металлического центра Департамента образования столицы «Марафон отраслевых профориентационных уроков». Основная задача сегодняшней встречи – это развивать у учащихся интерес к инженерным специальностям. И также помочь педагогам, коллегам найти новые формы и методы вот работы с такими мотивированными детьми. Это учащимся инженерного класса. Что входит в прямые обязанности инженера-космодорожника? Кто такой космобиолог и чем занят проектировщик жизненного цикла космических сооружений? Какие знания пригодятся в будущем для освоения Луны или успешной колонизации Марса? Пока слушатели заполняли бортовой журнал, отмечая особенности космических специальностей будущего, связанных с освоением космического пространства, об этом и еще о многом другом рассказали участники импровизированной пресс-конференции, представители планеты системы Альфа-Центавра. Космобиология – это наука, которая изучает поведение организмов в условиях космоса. И уже на данный момент можно сказать то, что в будущем она имеет большие возможности. Для современного инженера необходимо знание математики, физики, географии, биологии, химии. Ну и, конечно же, не стоит забывать про иностранный язык. Я 2 года уже ученица инженерного класса и выбрала область для своего будущего. Я хочу стать инженером по авиастроению, строить самолеты. Профориентационный урок также посетили и представители университета гражданской авиации. ВУЗ и школа давно и успешно сотрудничают. Задача наша заключалась в том, чтобы еще раз встретиться с ребятами, еще раз на них посмотреть, еще раз пригласить на какие-то наши мероприятия, на дни открытых дверей, на посещение наших тренажеров, наш замечательный музей, а в последующем увидеть их в рядах наших абитуриентов и наших студентов. Задача отраслевых уроков – помочь ребятам понять, где они будут востребованы, полезны и успешны. Такие встречи – дополнительная профориентационная поддержка, живая связь между школой, вузом и будущей профессиональной деятельностью.